Сегодня у 15 беловчан с диагнозом катаракта появилась уникальная возможность получить квалифицированную медицинскую помощь областных офтальмологов, причем абсолютно бесплатно и не выезжая за пределы родного города. Из специального оборудования, привезенного докторами с собой, микроскоп и фокомашина. Помутневших хрусталик дробят ультразвуком. Потом через небольшой надрез, выполненный по краю роговицы, удаляют и вводят искусственный прозрачный. На всю операцию уйдет 20 минут. Операция более удобна для пациентов, что она относится к бесшовной хирургии, в более короткий послеоперационный период, менее травматична и более высокий процент для зрения после операции. На следующий день им всем снимут повязки, и они начнут смотреть. Катаракту называют болезнью пожилых. С возрастом у людей хрусталик становится все более плотным и менее эластичным. При этом недуге случается полное или частичное помутнение хрусталика. Если своевременно не провести лечение, катаракта может привести к слепоте. Мы этой возможности очень рады, что вот именно такое мероприятие состоялось. Мы даже писали благодарность Тулееву, Амангу Мировичу, что мы могли бесплатно пройти на поселке такую комиссию, можно сказать, потому что докторов было несколько, и к тому же вот нас многих назначили на эту вот операцию, и очень хорошо, что и даже дома, вот с доставкой. Пациенты называют это чудом, а областную мобильную бригаду – настоящими волшебниками. Увидеть мир не через пелену, а вновь ярким и красивым многие уже и не надеялись. Напомним, что сегодняшние пациенты прошли обследование специалистов еще летом во время работы медицинского автопоезда в городе Белово. И тогда же получили направление на срочную операцию. И областные врачи хорошие, и наши в первую очередь хорошие, весь обслуживающий персонал хороший. Всем спасибо, дай бог, чтобы мы только видели. За один день областные специалисты провели 15 операций. Уже завтра к пациентам, долгие годы страдающим катарактой, вернется нормальное зрение. Правда, в ближайшие 5 дней им придется провести под наблюдением местных врачей, чтобы исключить осложнения.